И в продолжение медицинской темы. Пензенские врачи станут лечить детей с наследственными заболеваниями кожи на системной основе. Для этого будет создан специальный кабинет, а возможно и целый центр. Об этом сегодня шла речь на встрече министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева и Виктории Поленовой, представительницы благотворительного фонда «Дети-бабочки». Так называют ребятишек с буллезным эпидермолизом, редким генетическим заболеванием. Необходимость в этом кабинете, в этом центре есть. Есть, конечно. То есть понятно, что вот эта вот структуризация, это системный подход к лечению этих больных, пусть даже там по буллезному эпидермолизу он незначительный количество, но все равно это каждый ребенок, это судьба, это жизнь этого ребенка. Там по ихтиозу побольше, но уж про псориаз я вообще не говорю, там к 1000 приближается по детям только. Поэтому здесь однозначно заниматься этим нужно системно. И если есть фонд, который уже отработал системные формы, как бы организация этой работы, обязательно этим нужно воспользоваться. Министр дал поручение проработать вопрос сотрудничества с благотворительным фондом и после подписания соглашения начать готовить новый кабинет для лечения маленьких пациентов с редким диагнозом. Вероятнее всего, его создадут на базе областной детской больницы имени Филатова.